руки попал чертеж крепости. Это просто невероятно. Перед вами не обычная военная база. Там есть школы, госпитали, гидропонные фермы, все, что необходимо для существования без контактов с внешним миром. Она рассчитана на сотни тысяч людей. Анализ чертежей крепости показал, что оптимальный вариант – проникнуть внутрь через базу снабжения. Захватите ее. Не советую стоять возле красного дыма. Это ориентир для артиллерии врага. Используйте траншеи, чтобы добраться до цели. Стрелок нейтрализован. Так, снаружи главной базы есть конвейер. Это наш путь внутрь. Сначала нужно подать энергию. На базе есть три генератора. Будь рядом, выдвигаемся. Вот так. Генераторы теперь включены.
Отлично! Теперь вызывайте подъемник. Пора отправляться в крепость. Снаряды врага могут уничтожить рации, поэтому будьте готовы к смене позиции. Грузовые контейнеры могут послужить вам отличным укрытием. Не дайте отрубить генераторы. Конвейер включен. Ваша задача — удерживать генераторы, пока не появится платформа.
Дождитесь платформы. Бойцы, защищайте генераторы. Конвейер должен работать. Враг за 50-м. Мы потеряли генераторы. Это провал операции.